Чтобы начать этот непростой, где-то даже концептуальный разговор, глава архитектурного ведомства пригласил нас к 49-му дому по улице Ленина. Это место как раз как вариант, как делать не надо. Во-первых, в данном случае это у нас рекламная конструкция, так как у нас представлены продукты, товары. Рекламной конструкции согласовывается управление градостроительства, выдается им разрешение сроком на 5 лет. Скорее всего, сделано это не было. Информационное табло световое также не было согласовано, и цветовые решения также не были согласованы. Такое в городе можно встретить повсеместно, говорит Алексей Ковалев. И чтобы навести с этим порядок, сейчас ведется работа по созданию архитектурно-художественного регламента. Предполагается, что в документе будут предложены варианты оформления вывесок, табличек и прочего наружного оформления. Для разработки стиля будет создана рабочая группа, в которую войдут известные в городе архитекторы и специалисты-градостроители. Весь город поделят на зоны: историко-деловая, общественно-деловая, жилая. И каждой зоне будут разработаны свои стандарты. А если в городе примеры того, как делать надо, оказывается, есть. И находится здесь, неподалеку, на Ленина 51. Вот как раз можем наглядно наблюдать правильное применение, грубо говоря, нашего будущего документа, когда все информационные вывески подчинены одному стилю и вписываются в окружающую застройку. Вот посмотрите, как красиво выполнены крыльца, шрифт и размер вывесок примерно идентичен, сделан из идентичных материалов. То есть это визуально смотрится лаконично и прекрасно. Так почему же эту работу начали именно сейчас? На будущий год запланировано масштабное благоустройство улицы Ленина. И все архитектурные решения здесь должны быть осознанными и продуманными. В этом уверен Алексей Ковалев. И с таким настроением работает над новым регламентом. Что из этого получится, покажет время. Михаил Симонов, Андрей Васильев. Наши новости.